Конкурентному украинскому кино быть. Так заявил президент и подписал законы о господдержке кинематографа и об Украинском культурном фонде. Сколько и на какие именно фильмы будут выделять деньги из бюджета, это решит специальный совет. Там гарантируют честность и прозрачность. Сейчас, по словам Порошенко, важно, чтобы современное кино воспитывало патриотизм и способствовало развитию украинского языка.